«Открытая трибуна». Как вы относитесь к отдыху у моря в бархатный сезон? В бархатный сезон лучше отдыхать, потому что меньше людей, теплее, море и цены дешевле. Как-то так. Ну, вообще предпочитаю отдых в бархатный сезон, только потому, что море очень нежное, приятное, ласкающее. Также и солнце. Природа даже как-то приглашает отдыхать именно в сентябре месяце. К бархатному сезону вообще отношусь очень положительно, потому что я люблю отдыхать в то время, когда меньше скапливаемость народу. В бархатный сезон ездила отдыхать несколько раз. Была прекрасная погода, отличное море, необитаемый остров, все было шикарно. Думаю, бархатный сезон очень хорошее время отдыхать, потому что море теплое, уже не так сильно жарко на улице, да? И меньше людей с детьми, поэтому спокойнее. Да, мы очень любим бархатный сезон. Коли свята і вихідні співпадають, то дуже зручно відпочивати в бархатний сезон. І якщо в тебе вже дорослі діти, то також можна відпочивати. А якщо 1 вересня потрібно до школи чи там до інших таких там інститутів, навчальних закладів, тоді, звісно, що це не дуже зручно. Мені зручно, у мене діти вже дорослі. Ну, якщо чесно, отак, я в сентябрі місяці, ну, ми з мамою часто їздили в сентябрі місяці, то, ну, хорошо, очень-очень хорошо. Во-первых, тепло, ну, ще хорошо, море хороше, прогрівається. Ну, ми чаще всього в Щасливцево отдыхали, то, ну, не знаю, мені нравится. Не знаю, як остальні, но мені нравится. Открытая трибуна.